Привет, дорогие зрители, у нас сегодня очередные посылочки уже с сайта AliExpress. Здесь будут две наушники Xiaomi, да, Piston Young, которые, и чехол, какой-то, не знаю, чехол, честно говоря, догадываюсь, но какой, не скажу, должен прийти на M-Star. Кстати, ссылочку вы увидите на этот телефончик. Ну, думаю, что это он, потому что человек уже его давно ждет. А, не, ребята, здесь стекла на Meizu MX5. Здесь вот два стекла. Meizu у нас уже был. Блин, где чехол? Чехол очень сильно нужен. Потому что стекла заказывались позже, вроде бы как, не помню, честно говоря. Но дошли тоже довольно-таки хорошо. Человек, который заказал Meizu, потом заказал чехол, заказал себе еще стекло, захотел еще два стекла. Говорит, пускай будут они там, копейки стоят. Вот такие вот стекла, видно, да, вот так, переливающиеся. Сейчас второе вскроем, чтобы оно было. Ну, палочки, салфеточки, все, которые есть у нас, и наклеечки, чтобы убирать пыль всю. Реально, ребят, советую всем брать стекла. Если вы купили какой-то телефон, сразу берите стекло. Вы потратите там до $5, в зависимости от модели телефона, там на более распространенную всегда дешевле стоит, но вы будете защищены. Потому что если где-то что-то упадет, то у вас в первую очередь в большинстве случаев разобьется именно само стекло это. Не основное, а которое сверху стоит. Так, и здесь у нас, мы тоже откроем. Уже полегче открывается. Стекло с этой стороны уже лежит. Все целенькое. Все хорошо упаковано. Тоже MX5 написано. Реально, человек очень доволен аппаратом, который взял. Ну, все-таки бомба телефон. Как-никак. $300, как говорится, потрачено было им не зря. Так. Это, кстати, все вот это один человек заказывает. Я думал, тут будет другой. Чехол, вернее, а не другая посылка даже будет, а там оказалось вот такое вот. Ну и вот здесь у нас наушники Xiaomi Young. Думал я тоже когда-то такие наушники заказать, ну, честно говоря, даже не знаю, какие себе наушники заказать, вот так вот. Так. Вот такая вот коробочка. Видим все. Ну, не вижу логотипа, конечно. Ну, думаю, будет. Как я спрашивал продавца, он мне сказал, что это оригинал. Ну, не знаю, посмотрим, насколько это оригинал. Оп. Аккуратно открываем. Видим все, ну, упаковано, как в оригинале. Что у нас здесь? Запасные. Оп. Да. Вот эти запасные, что их тут больше, раз, два, три, три пары, и здесь еще уже одни установлены. Вот такие вот у нас наушники, всем известные Xiaomi Piston Young. Сейчас мы проверим их качество. Вот такая вот этикеточка Xiaomi, QR-код есть, кстати, можно и проверить сразу. Так, вот такие вот наушники. Ну что, будем проверять на качество звучания их. Беру я свой плеер. Я думаю, он заряжен настолько, что можно будет послушать. И начинаем. Оп. Скрывать. Сейчас проверим работоспособность саму. Опа. Ну, довольно-таки длинный провод. Скорее всего, что 1,20 м, как идет стандартно. Сейчас я примерно так. Раз, да, 1,20 м идет провод. Здесь такой хороший плотный проводочек, но все равно, как бы, насколько бы плотный не был, я считаю, что наушники это расходный материал. Ну, есть качество просто звучания, которым они звучат. Также левый, правый, тут у нас есть такие аббревиатурки. Вот так вот левая, и здесь вот правая. Ухо, можно так сказать. Ну что, включим, послушаем, как они играют. И сделаем свои выводы. Оп.
Ну, скажу так, ребят, послушал я их, звучат реально классно, басы четкие, хорошие басы, низкие, высокие, как говорится, частоты, все очень хорошо звучит, чистый звук, как бы советую, реально очень крутые наушники, стоимость их 10 или там $11, ссылка будет в описании, будет ссылка так же самое на эти стекла. Да, ребят, давайте проверим еще, как они переключают, вот мы видим, песня у нас играет, сейчас поближе подсоединим, вернее, подвинем. И нажимаем, у нас есть такие play. Опа. Остановилась, заиграла. И меняется название песни. Да? Видно, да, поменялась песня. Два раза шаг назад, один раз вперед. Так что, такие вот наушники у нас, ребята. Так что подписывайтесь на мое видео, ставьте лайки. С вами был Вадим, удачи всем, пока-пока. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мое видео. Не забываем, ребят, за лайки и за дизлайки.